С 25 ноября по 1 декабря в Ленинском городском округе пройдет неделя доброты и щедрости. Сегодня у нас в гостях координатор этой благотворительной акции Елена Ястребова и соорганизатор и активный участник Владислав Рымша. Елена Михайловна, Владислав, здравствуйте. 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 Акция уже стала традиционной. Вот что ждет нас в этом году? В этом году у нас действительно сложились за 3 года проведения определенные традиции. Ну, во-первых, мы собираем продукты для остро нуждающихся жителей Ленинского района. Благополучатели этого года – это инвалиды, многодетные и женский приют Тихвинской Божией Матери в деревне Измайлово. И в этой акции участвуют очень-очень много других учреждений и организаций, помимо самих торговых центров. В этом году у нас будет и марафет, и студия керамики, и еще конно-спортивный парк «Русь» и многие-многие другие. Акция, она действительно называется не даром «Неделя доброты и щедрости». Она такой волной, большой волной накрывает наш весь Ленинский район, и очень многие жители откликаются на нее. Мы очень благодарны им за это. Мы надеемся, что и в этом году будет приблизительно так же. По всему Ленинскому району будет задействовано более 17 торговых центров. И волонтеров у нас в этом году, ну, около 120 человек. Один из самых активных участников, Владислав Рымша. Почему благотворительность так важна? Почему вы принимаете участие? Ну, я считаю, что организации, которые работают на территории района, они должны быть социально ответственными, должны приносить пользу району в виде вот участия в таких благотворительных акциях. И для нас, на самом деле, честь участвовать в таких акциях, потому что предприниматели могут лично помочь каждому из тех, кто нуждается в этой помощи. В этом году у нас примет участие порядка 10 организаций. Вот. Помимо продуктовых наборов, мы планируем подарить, как в прошлом году мы дарили и инвалидную коляску, и другие вещи, которые необходимы для личного пользования. Я надеюсь, что в этом году будет не меньше участников. Причем к нам обращаются организации, им это интересно. И, в общем-то, даже не мы их заставляем это делать или просим. Да? Они сами идут с предложениями, что нужно, чем можно будет помочь. Надеюсь, все больше людей откликнется в этом году. Елена Михайловна, уникальная возможность пригласить наших жителей. Уважаемые жители Ленинского городского округа, я вас очень прошу, убедительно прошу, принять участие в нашей неделе доброты и щедрости. Давайте сделаем этот мир теплее, добрее, щедрее. Владислав, ну а мы давайте пригласим наших бизнесменов к этой акции. Да, пользуясь случаем, я хочу пригласить всех предпринимателей обращаться в торгово-промышленную палату. Если кто-то из вас горит желанием помочь жителям нашего района, обязательно наберите нам, позвоните, либо через социальные сети обратитесь. Мы всегда будем рады любому предпринимателю, любой организации, которая готова сделать свой вклад в это замечательное мероприятие. Напомню, что у нас в гостях были координаторы благотворительной акции «Неделя доброты и щедрости». Спасибо большое, что пришли. Спасибо.